Республика Северная Осетия, Алания, параллельный зачет Москва. На ковре Брест-Красный Кубовица Адам Гагиев, мастер спорта Республика Ингушетия, город Малгобек. Адаму 22 года, 9 лет занимается борьбой, спортивный куш. Тренеры Салтан Батыров, Азамат Тачиев. В силе прикоборится Канзула Магомедов, Дагестан Махачкала, мастер спорта. 7 лет занимается борьбой, ему 23 года, тренер Саид Ахмед Магомедов. Давай, 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 давай
победил Адам Гагиев из Ингушетии. На ковре Б начинается 1/8 финала. Борцы весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Арсен Али Мусалалиев Дагестан, Азамат Закуев, Крым и Кабардино-Балкарская республика. На ковре А победу одержал Белякова Мужугет. Республика Тыва, параллельный зачет Кемерово. На ковре А приглашаются Артем Гибетов, Республика Дагестан. Хасан Хусейн Батрутдинов, Республика Дагестан, параллельный зачет Москва.